Приветствуем всех, кто служил и служит на Ниве здравоохранения Приамурья. В амурских больницах трудится около 20 тысяч медработников. Знак «Отличника здравоохранения» Андрей Субботин вручил 4 специалистам. Одна из них – врач-кардиолог Благовещенской городской клинической больницы Ирина Долговая. В профессии она уже 38 лет. Профессия врача вообще сама по себе сложна. Она включает в себя массу необходимых знаний, которыми должен обладать любой доктор. Не обязательно это будет кардиолог, да? Любой. Доктор, который хочет посвятить себя спасению больных. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, чуткость и сострадание, за ваши бесконечные рабочие будни. Свидетельство победителя конкурса на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых-докторов в области медицины министр вручил Денису Лысяк. Также почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации наградили медиков Тамбовской, Рачихинской, Бурейской и Свободинской больниц. Отметили благодарственными письмами и молодых специалистов, 5 студентов Амурского медицинского колледжа за активное участие в реализации проекта «Путь к здоровью». Екатерина Рожкова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.